Дорогие, а мы сейчас... Загадали все. Не-не, пока видим, надо загадывать. Конечно. А когда уже пропадет, тогда загадывать поздно. Так можешь его набрать нам? Нет. Просто дочь уже нельзя... Он улетел, пообещал вернуться. Красота какая. Ну что, загадали желание? Да. Так, загадали все желания? Да. Отдыхай. До завтра. Все, до завтра. Так. Пока. Возвращайся. Где? Не вижу маму. За кем кто приедет? За вами кто приедет? Я с Лериной. Ты с Лериной, мама. Так, Дима, ты знаешь, как ехать? Значит, за домом остановка. А, то есть вы скажу, что вы оба. Там это морковка. Знаешь, как добираться? Боковой ветер, пожалуйста. Хорошо, пусть там застанет, потом поднимусь его сниму. Это вот наш дом. Он сейчас там. Падай. Резко сейчас. Вот и подошел к концу необычный день, самый первый день, учебный день в нашей школе 2053. Он состоялся как праздник, и мы уверены, он запомнится всем нам, он запомнится нашим первым ученикам, которые по итогам дня, каждый из них, получили сюрприз-подарок. Теперь у них у каждого есть значок с нашей школьной эмблемой. И на нем написано «Первый ученик нашей школы, школы 2053». Это только начало нашего большого творческого пути. С завтрашнего дня обычные рабочие учебные дни. Мы, естественно, приглашаем всех вас, всех, кто въезжает в наш новый район Москвы, приходите к нам, приходите в нашу школу. Мы вас ждем.